Такое ощущение, что новогодняя атмосфера вообще прикольно выглядит. Так. Это немножко. Вот мой шкафчик. Сегодня должен был идти на работу, но опять не пошел. Сфоткай плес. Сфоткай. А, или может мама купит. Не, прикольно выглядит очень. Просто себе забрать все. Это все для фотографий. Тебе же не придется красить постоянно. Придется. Так а ты же можешь делать ресницы и больше не красить. Сделаю. И все равно придется? Нет. Ну как бы все остальное, кроме ресниц, да. Ну вот да, я про ресницы именно говорю. Какие ощущения? Как обычно. Что-то лишнее на лице? Это да. Особенно тональники, пудры. Румяна, бронза. I'm building this house on the moon. Луна! Короче, чуваки, мы только что пришли домой. Через 15 минут, наверное, уже поедем на овощебазу за помидорами и еще какими-нибудь фруктами. Вот, сделали фотки для работы в Корее, для Оли. Вот. И нужно еще будет сдать все каблуки, все одежды, которые мы брали для фоток. Пообщаться и увидеть что-то. И пойдем за манго и за помидорами. Прям сегодня хочешь купить, если получится? Конечно. Тебе вот такую помидор. Приятного аппетита. Закусываешь, да? Где мой телефон? А. Зацените, сколько мы сегодня купили манго. Целых 15 штук. 3 штуки мы уже съели, то есть было всего 18. Вот сейчас уже 7 вечера. Я буду монтировать этот влог. Ну, не говорите. Знаешь что? Расскажи о сегодняшнем дне что-нибудь. Я сегодня накрасилась. И вкусный манго. Так кажется, что у меня большая грудь. Ты чё кошку прогнал? А, давай подведем итоги сегодняшнего дня. За слишком что-то быстро видео не хочу заканчивать. Ну что, дорогие зрители,
Спасибо большое, что смотрите всю нашу грандиозную историю, которую снимаем мы уже вместе почти год. Это замечательное время. Я не представляю, как можно жить без этого уже. Что когда тебя снимают всегда, когда ты спишь, когда ты ешь, когда ты моешься, когда ты ходишь в туалет. Это самое крутое. Тоже снимайте влоги и пишите в комментариях свои каналы, и мы тоже их будем смотреть. Мы будем их смотреть, Кирилл. Так что от души хочу пожелать всем жить так же классно, весело и счастливо, как живем мы. Это самое главное. Жить, как вам хочется, и делать то, что вам нравится. Так что вот. Всем пока и до завтрашнего дня.